Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами побеседуем о том, как обеспечить себе хороший урожай малины в нашем саду. В последнее время малина, особенно ремонтантная, активно распространяется по нашим садовым участкам. Это типичная для нашей местности культура, привычная, благодарная, но погода, которая сейчас устанавливается, она способствует тому, что развиваются различные болезни. Второй момент. В это время идет активная закладка цветков и цветение у малины летней, а также формирование побегов у малины ремонтантной. И очень важно обеспечить ей в это время уход, защиту и подкормку. Итак, малина ремонтантная. Пожалуй, она стала даже более популярна, чем малина летняя на наших участках, благодаря тому, что легко уходит от такого опасного вредителя, как малинный жук. Когда созревает малина ремонтантная, жука уже нет, и мы получаем чистую, здоровую ягоду в течение всего оставшегося сезона, до самых заморозков. Малина – культура, которая очень любит хорошую подкормку, хорошую почву. Это культура мегатроф, любитель богатых питательными веществами земель. Для того, чтобы получить хорошо вызревшие побеги у малины летней, хорошо сформированные побеги у малины ремонтантной, ей необходима полная комплексная подкормка. Азот, фосфор, калий в полной мере, плюс микроэлементы, которые помогут ей сформировать хорошие цветки и созреть хороший урожай. И следующий момент. Именно сейчас, когда высота малиновых кустиков достигла малиновых побегов достигла 25-30 сантиметров, очень важно провести защитную обработку от таких опасных болезней, как пурпуровая пятнистая дидимелла и антракноз. Чем мы можем помочь? Азофосом, бордоской жидкостью, 1%. Эти простейшие средства защиты растений прекрасно справляются с этими опасными болезнями. Плюс и азофос, и бордоская жидкость разрешены для применения даже в хозяйствах, которые занимаются выращиванием экологически чистой продукции. Если сейчас вы проведете эти небольшие операции, вы гарантированно получите отличный урожай уже в конце июня месяца, если это малина летняя, или в конце июля, если это малина ремонтантная. Внимательно осматриваем свои малиновые кусты. Вы можете видеть вот в этом случае, что имеются два хорошо развитых, растущих, активно растущих, толстеньких побега малины ремонтантной и несколько более слабых, которые идут из одной точки роста. Вот. Если посмотреть, то самые лучшие ягоды, самые сильные побеги, высокие, сформируют именно вот эти два. Вот эти находятся в менее выгодном положении, и их можно спокойно, без зазрения совести, удалить. Удаляем их как можно ниже, у самого основания куста, без пенечков. Если у вас остались пеньки с прошлого года, их тоже можно, в принципе, удалить, если не хотите, чтобы получить урожай с этих побегов в июне месяце. Дело в том, что особенность ремонтантной малины в том, что она способна к повторному цветению. То есть, если мы оставим вот эти побеги на будущий год, они перезимуют и зацветут, как обычная летняя малина. Потом у них перерыв, и они зацветают повторно уже в конце июня, июля месяца и завязывают второй урожай. Но дело в том, что в таком случае общий урожай получается небольшой, незначительный по сравнению с тем, который мы имеем осенью. Поэтому ремонтантной малины принято обычно срезать все побеги в конце плодоношения и выгонять каждый год заново. Удаляем пенечки. Часто на вот таких оставшихся пеньках зимуют различные болезни и вредители, поэтому нежелательно их оставлять у себя на грядочке. Мы их аккуратненько удаляем. Обратите внимание, у нас было 5 побегов и довольно-таки густо. Сейчас всего 2, и оно выглядит гораздо более прозрачно, гораздо более светло. После того, как вы удалили все лишние побеги, пропалываем, удаляем сорняки из-под кустов. Дело в том, что они создают ненужную сырость, ненужную темноту. Более того, многие сорняки являются
резервуаром, то есть хранилищем, для таких опасных вирусных болезней, как рассыпуха малины. Поэтому, удаляя сорняки своего малинника, вы спасаете их от поражения этими болезнями и последующего вырождения. Многие говорят, что малина, допустим, или клубника выродилась. На самом деле причина вырождения – это именно вирусные болезни, которые тля, листогрызы всякие, цикадки переносят сорняков на наши растения. Поэтому вырезали побеги, удалили сорняки, подкормили и замульчировали. Пожалуй, малина – одна из немногих культур, которая так отзывчиво относится на мульчирование почвы. Дело в том, что корневая система у нее довольно-таки поверхностная, легко пересыхает. И когда вы вносите слой мульчи, таким образом способствуете тому, что корневая система работает активнее, побеги растут сильнее и урожай получается выше. Малина летняя. Сейчас у малины идет активное развитие побегов. Обратите внимание, эта малина была хорошо подготовлена с осени, проведена чеканка, то есть обрезка верхушек, что спровоцировало закладку хорошо развитых боковых побегов, латералов так называемых. На конце каждого из них мы уже видим маленькие бутончики с цветочками. Чем мы можем сейчас помочь нашей малине? Во-первых, до цветения мы еще можем обработать ее различными инсектицидами. Дело в том, что на малине, как и на других наших культурах, активно поселяется тля. Второй момент. На перезимовавших зимы побегах можно иногда заметить первые признаки начинающихся болезней, той же самой пурпуровой пятнистости, антракноза. Если сейчас мы успеем обработать наши растения азофосом, медным купоросом, бордоской жидкостью, мы остановим их развитие и спасем здоровье нашему ягоднику. Третий момент. Наша малина вступает в очень важный этап своей жизни. Она готовится к цветению и плодоношению. Это сигнал, что ей нужна особая, тщательная, хорошая, сбалансированная подкормка, которая будет включать и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы для того, чтобы все цветки хорошо развились и все цветки завязали полноценные, хорошие ягоды. Следующий момент. Малина летняя характеризуется тем, что она цветет только на побегах прошлого года. И уже сейчас мы видим вот эти новые побеги, которые в будущем году принесут нам урожай. Наша задача – оставить только те побеги, которые не будут загущать, и удалить слабые, плохо развитые, тоненькие побеги, которые не смогут хорошо развиться и не смогут нормально плодоносить. Поэтому сейчас, пока у нас ягодок нету, внимательно осматриваем наши кустики и удаляем все слабые побеги. Обратите внимание, вот он, тоненький, маленький, под корень, аккуратненько. Все растительные остатки потом удаляем. Уход за малиной в это время нужно совместить с прополкой, чтобы удалить все ненужные сорняки. Удаляем также поломанные побеги, усыхающие. Вот здесь вы можете видеть, одновременно вот сломался, к сожалению, он уже не будет нормально расти. Вы можете видеть сразу несколько, вот раз, два, три, четыре побега. На один погонный метр обычно оставляют 10-12, ну, максимум 15 побегов в ряду, чтобы каждый из них смог хорошо развиться и дать урожай. Поэтому наша задача сейчас выбрать самые слабенькие, самые коротенькие и аккуратненько их вырезать, проредить. Заодно удаляем сорняки. Ведь когда малина начнет созревать, пропалывать ее, это будет не самая лучшая идея. Когда мы пропалываем, мы всегда рискуем или обломать латералы, или сбить ягоду на землю, поломать побеги. Ведь вот эти вот молодые веточки, они очень легко выламываются. Поэтому все работы в малиннике стараются провести до момента созревания и уборки. Кстати, удалять вот такую вот поросль, возможно, придется даже несколько раз. Дело в том, что малина дает ее фактически в течение всего сезона роста, пока она растет. Поэтому
сейчас мы удаляем, оставляя только самые сильные, и курируем их развитие в дальнейшем, вырезая все новые появившиеся, вот такие вот слабенькие. Благодаря этому оставшиеся побеги получат максимальное питание, получат максимальное развитие и смогут дать максимальный урожай в будущем году. Как и малина ремонтантная, малина ретняя очень отзывчива на мульчирование, особенно компостом или перепревшим навозом. Она очень любит богатую жирную почву и полив. При недостатке влаги малина формирует очень слабые побеги, низенькие, и, соответственно, урожай падает в несколько раз. Поэтому, если у вас в местности с дождями проблема, есть засушливые периоды, сконцентрируйтесь, пожалуйста, на обеспечении малины влагой в течение сезона цветения и созревания. Это очень важные периоды в их жизни. Процветание вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал «Процветок», смотрите наши сюжеты, задавайте вопросы, интересуйтесь. И до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок.